На первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ начались гидравлические испытания на прочность, плотность и максимальную температуру теплоносителя, чтобы выявить слабые места и заменить трубы до начала отопительного сезона. Опрессовку планируют завершить до 7 июня. В городе продолжается и плановая работа по перекладке теплотрасс. В этом году в Самаре заменят более 6,5 тысяч погонных метров труб. Это на треть больше, чем в прошлом году. Сейчас перекладку начали на 5 объектах из 15 запланированных. Объемы работ обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Сроки выполнения ремонта на контроле у главы города. На этой неделе запланируйте с Александром Николаевичем мой объезд тоже по самым крупным перекладкам. На совещании обсудили выполнение федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году приведут в порядок 5 общественных пространств. Это сквер Овчарова в Прибрежном, сквер Александра Невского в Зубчининовке, территория на пересечении Авроры и Аэродромной, сквер Речников и бульвар на улице Мичурина. Работы уже начались. Преобразившиеся объекты сдадут в сентябре. А сквер Аксаковых на пересечении Фрунзе и Красноармейской сделают по региональной программе содействия. Сейчас идет подготовка документов, чтобы выбрать подрядчика для работ. Владимир, задачу вы ставили поставить на кадастровый учет будущий сквер Аксакова. Задача выполнена. Сквер стоит на кадастровом учете. По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят и 50 самарских дворов. Во всех районах уже заключили контракты с подрядчиками. По многим адресам работы начались. Срок сдачи объектов 1 сентября. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.